Приветствую вас. В ситуациях, когда имеет место быть определенные бедствия, да, определенные какие-то тяжелые, трудные, неожиданные моменты, всегда достаточно тяжело и сложно с этим справляться людям. И нарушение привычного, ну, привычного уклада, да, привычного вклада жизни тоже существенно значит, ну, существенно осложняет жизнь, к сожалению. Вот. А на что, в принципе, и нужно обратиться внимание, потому что именно с этого все начинает нарушается привычный уклад жизни, и человек начинает ощущать себя на постоянной основе в опасности или как минимум не в безопасности. Вот. Что и приводит к тому, чем вы описываете. Почему так происходит, да? Ну, здесь, в принципе, пересекается как естественная реакция человека инстинктом сохранения, который, в принципе, вполне нормален, вполне логичен, адекватен. Вот. Так и в целом определенные установки человека, определенные негативные установки человека, такие, например, как вера в возможность удержать то, что у него есть. Как бы проявление претензий на обладание чем-либо. Вот это все очень, ну, достаточно сильно деморализовывает, особенно если он не получается. Особенно если возможности реализовать это нет, в принципе. Вот. Поэтому тут такой момент. Достаточно специфичный момент. Вот это то, что я могу вам сказать и ответить. Не исключено также, не исключено, что ваши цели, к которым вы стремились раньше, до
того, как услышали или узнали то, о чем сейчас вы говорите. Не исключено, что ваши цели, они не были достаточно сильны, не были достаточно близки вам. И вы всегда, может быть, ставили их под некоторые сомнения. Хотели от них отказаться, но не могли по причине, быть может, чувства вины, быть может, чувства ответственности, быть может, из каких-то страхов. Сейчас появилась такая возможность, и вы это с радостью делаете. Так что в любом случае, обязательно, что нужно сделать, это поработать с тем, чтобы у вас вновь появилось, ну, интерес к жизни, у вас вновь появилось желание что-то делать, вот. И дальше уже будет очевидно, куда вам куда вам двигаться, в какую сторону вам двигаться, в какую сторону направлять вам свои ресурсы. Вот. Я думаю так, потому что сейчас пока что вы слишком тревожны. Вот. Ну и да, вы, конечно, отвергаете факт смерти, то есть, ну, не принимаете факт того, что мы смертны и что мы можем умереть. Вот, и это мысль. Ну, такое вот сопротивление такому вот такому факту сопротивления, да? Вот. Он очень сильно, на мой взгляд, сильно мешает. Вот. Это то, что я могу вам сказать на данный момент. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом.